Так, стиральная машинка у нас Samsung. Вообще, практика показывает, что ошибка 1Е. Правда, сейчас она не зажглась. А проблема, знаете, бывает в чем? Проблема бывает вот в чем. У нас бывают тараканы. Сейчас я включу Сколько подсветку. Ну да. Сколько мы их помним, вот. Чем угодно. У нас вон там плата, она сильно обкакана. Угу. Поэтому обычно ошибка 1Е, это связано с прессостатом, но в данном случае ее здесь нет. То есть все, что нужно сделать, это помыть плату от тараканов. Вот в таком вот количестве. Да, вычистить все. Ну, пока она как бы запустилась и хорошо. Да, она сейчас запустилась и хорошо, но вообще вон. Сейчас вот они, гады, бегают. Да. Нельзя ничем обрабатывать, чтобы никуда не лезет. А вы ничем не сможете обработать. Если они там вылазят, вы уже никуда не денетесь. Уже какой-то этот самый посоветовали сирийский порошок. Вот понасыпали. Не, ну порошок не порошок, а нужно... Да не, мы туда не насыпали. Я боюсь, что мы это... То есть сейчас она запустилась, не смог показать ошибку, но вот бегают такие твари. Ага. Поэтому если ошибка 1Е, то нужно просто почистить, и все у вас будет хорошо. Снаружи я сама могу, а внутри ты сама. Ну да. Уже раз было так, в конце апреля, и он что-то сам сделал. А теперь... Нет, смотрите, если у вас есть такая вот проблема, то банально все на тараканов снимаете плату, моете в спирте, в обыкновенном спирте, с ней ничего не случится, промываете. Как и тараканов, просто они такопроводные, поэтому, например, глючит сейчас даже лампочка какая-то горит. То есть это просто связано с глюками. Делаете себе и моете плату, у вас все после этого хорошо, и наслаждаетесь в рабочей стиральной машинке, то есть я не вижу смысла ее забирать.